Привет, дорогие друзья, гости моего канала «Цветочный сад» у Алёнушки. Начала раскрывать посылочку. Посылочка пришла с заказами лилии. И не только, и другие растения. Посмотрим, что и в каком состоянии находится. Сейчас постараюсь вам раскрыть ее до конца. Вот. Ну и смотрим, что тут мне положили, в каком состоянии. Так. Флокса, живые корневища и зелененькие уже есть. Так, что тут у нас? Это анемона. Заказывала две расцветочки. Так, ну полностью не буду ваше время занимать, так как смотрю, я заказывала два клематиса себе. Ну вот живые, конечно. Вот, да. Живые немножко, макушечка обломлена, но ничего страшного. Там зелененькая есть, смотрю. Так, здесь тоже клематис хороший, живой, зелененькие листики. Так. И здесь у нас, честно скажу, даже не помню, что находится. Надо будет смотреть, разворачивать. Давайте-ка посмотрим, что тут у нас. Ага, клематис. Хороший, посмотрите, какой живой клематис. Так, замечательно. Так, далее смотрим. И лилии, посмотрите, в каком хорошем состоянии. Нет гнили. Так что можно будет высаживать. Ну, все росточки хорошие. Есть, конечно, крупные, но это зависит от сорта. От гибрида они всегда идут такие крупные. Азиатка идут помелче, луковица. Ну вот, друзья, пришла очередная посылочка, которую надо будет перебирать, разбирать. Распаковывать. Так, это не только мне. Так, ну вот, посмотрите. Хорошая луковица. Есть с ростками, есть маленькие ростки, различные. Целая коробка почти на 9 килограмм. С различными растениями. Ну вот и все, друзья. В таком небольшом видео сделала вам небольшой обзорчик. В основном здесь лилии и немножко других растений. Если вам мое видео стало интересно, полезно, подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Я вам желаю здоровья, удачи, до новых встреч на моем канале. С вами была Алёнушка. Пока-пока.